Я полетел. Я где Финчик? Этот... Ты уже почему с прошлого захода как террорист, короче, который сейчас, ну, в Ниццу, короче, напал. А, вот, все, я вспомнил. Да что ты делаешь-то? Это не ты вообще. А, ща, погоди, я приконнекшусь к тебе, Федя. Это я вообще. Прими на мопеде ты едешь? Мой приглосик. Да. Че ты меня отбиваешь-то? Хуел, блядь. Я вообще вокруг тебя крутился. А как принимать, я не помню. Я тоже не помню. Как из него вылезти? А, е. Блин, какой второй Just Cause? Все-таки пиздатый по сравнению с третьим, блядь. Сейчас только если модельку меняю. Сейчас, Лёш, я пойму, как это делается. Да, а, да, я блин, нашел. Какой же пиздатый. Какая пиздатая песня, не могу просто. Смотри, какой жирный нигер. О, ну ты не нигер, а я. Террорист. Анонист, ты не стреляй. Ты что, умер, что ли? Удивительно, чё он умер, блядь? Ору. Чё он, блядь? Я случайно как-то что-то нажал, там не на то. Погоди, итак. Федя, снова прими меня к вам. Да ё-моё, а на что я тогда нажал? А. Так, вот, всё, я у вас. Пацаны. Агент Пи. Террорист Лёша прибыл. Лёша. Да чё творишь-то, алё? Это не я сейчас. Вот сука, я же скины менял. Чё за мудаки такие? Как так бывает-то? Слушай. Как так бывает, ты меня с ПРПГ выстрелил? Так бывает. Как меня вот эти сумки по бокам у мотоциклов раздражают? Какой же рекламный? А я на каком-то классном сейчас мотике. На... Сейчас. Сейчас я посмотрю. На В. На В меня найди. А, на хоть... а всё. Да ты чё, охренелся? Хорош, тогда дайте модель выбрать, не ебали. Ай! О, какая-то чила. Вылези, 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 дай мне вылезти. Еще и бабку можно какую-то выбрать, блядь. Эй, какого? Нет, ладно, все, 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 все. Хамая, куда? Да не убивай. Да хорош, малять, подожди. Я, блядь, что? Я ж тебя убил. Нет. Какого хрена? Чё за фигня? Я не... Хали, калин. Блять, какой охеренный хрен. Там с тобою... О, нифига. Блин, а нифига тут... Так, о, Федя, принимай. Зачем ты меня убил? Перделка. Чё за петушился так? Что за огромный квадроцикл? Какому бы лицо было лучше? Он еще и неуправляемый почти, не вылезь к с него. Дайте вот мне вот этот хамая. О, нормас. Пердючий нигде, блять. Тут еще и Джон Сина. Джон Сина. Какой капо крутой. Террорист. Террорист. Готов взрывать. Хали-гали. Оружие тоже на Б, правильно, сколько я помню? СМГ, револьвер, я не помню, что это жена. Да что ты делаешь? Дурачок. Так, сразу. Чё, дурачок, что ли? Тихо, дай мне. Мой. Эй, вы куда наверх? Даже нигде. О, тут статую можно ёбнуть. Какая-то защита, что ли? Эй, ты охренел! Я в тебя из базуки в упор выстрелил, а ты меня каким-то говнострелом убил. Ты в меня ничего не выстрелил, чувак. Да? Ну тогда держи сейчас. Бля, я тебя боюсь, нахуй. Ты что делать? Бойся мне, да? Охереваешь от моей точной стрельбы, да? Да пиздец, чувак. Rak.net. Чё, статуи повалил, что ли? Сумасшедший, блядь. А, господи, почему так долго грузит? О, и ты здесь. То, что кривой, он такой, знаешь, это... Как бы сказать, дубовый такой. Да, дубовый. Я похож на чувака, который серьезно готовит теракт.
По-моему, такие люди тоже с воздуха так спускались. Да я, пожалуй, на тебя донесу вообще. Дайте мне автобус. Дайте мне автобус. И я буду так мниться. Очень смешно. Очень не смешно, нихуя. Во, все, я взял автобус. Осталось найти людей. Я, короче, Спайдермен. Хали-гали. А вы где, пацаны, вообще? Ну, ТПшнись ко мне. Сейчас ко мне приедешь, да, этот другой, да, не знаю, антитеррористический. Ну, ФСБ это и есть антитеррористический, как бы. Антитеррор, ну, Альфа это вообще антитеррор. Хали-гали. Дали. Ты, короче, чувак под ником Russian Beer играет. Ну, ёлки-па. На краю кому, да? Теперь я спустись вниз. Я прям с тобой. Эй, ТПш. Сейчас я Лёша ТПш. Хали-гали. Слушай, поли какая тут тема кайфовая появилась. Отойди. А это дощетка, что ли? Да. Тут что, можно держать? Ладно, я сейчас сам в фонд заеду, пытаюсь. Если это Коломага возьмет, Хали-гали. Парактар. Короче, а в этом в третьем можно мосты взрывать. Нельзя, к сожалению. А, слышите, тут можно парашют тебе поменять, прикольно. Прикольно, парашюты. Скажи, буду учиться как парашют. Всё, я приехал. Я упал. Ница! Хали-гали. Теракт во Франции примерно выглядел. Очень примерно. Я не попасть-то никак, блин, а? Давай, сейчас я... садись ко мне в автобус. Школьный автобус едет. Ай, почему не взрываешься-то, нихуя? Да. Удивительно. Садись. Хали-гали, твою мать. Петя, а ты где? Я вылетел. Your friend in the... Человек, ты ТПшнусь, Лёх. А как принимать, Федя? На ту же, которую отправлять, там у тебя будет это... Асепт. А, окей, сейчас. Лёша пока что не кинул. Заявил. Ща, A, B, C, D... А, нет, нет, подожди, как тебя зовут? Leatherface, да? Да. Бля, что такой ник, что он вообще не понял, все нашел. Ну, сам не тупо идет. Ням-ням. На что чешку 4 ставить, Федя? На что ставить? Подожди. Тихо, какой-то хрен прилетел. Правую не дожимай чуть-чуть. Скотина, блин, а? Чего? Я чё такой? Мразишь, а? А чувак, блин, давай, Лёв. Сейчас. Чуваков. Чё, убил тебя? Да. Как блин. Так? Проблема с доступом на joycasino.com? Давай в цифру 1. И вперед. Подожди, ещё раз, как кинуть? А, вот C4, а взорвать как? Зажимаешь. Эй, а кого хрень куда-то ТПшнул? Я нажал цеп. Ах ты пидор. Эй, давай садись, джихид, джихид, джихад. Давай, автобус сейчас заминируем, мы взорвём внутри города. Давай. А давайте беспробуйте. Ещё не этим в ГТА занимался, суди. Али-гали. Только что-то я его не пускала так. Ну, блин, так, стоп, мне надо спрыгнуть сюда. Хорошо. А, я в западне. Более-менее нормально. Ща я вниз прыгну. Куда ты, человек летун, блин, Спайдермен, спустись вниз. Все, хорошо, ладно, не будем. Автобус, короче, заминируем его и ебнем потом.
Все, ща я автобус достану. Жопы, стой. Выйди, выйди, выйди из него. Заминировал? А он не минируется, блядь. Вот срань какая. Значит, просто взорвем. Пошли чуваку кончить. Вылезай из него. Хали-гали. Пара. Какой тут все. Просто такой бетонный, это вообще пипец просто. Садись. Подожди, чуваков намочить, погнали, сейчас, значит, мы нажимаешь на. Не помню, на кукну. К этому ТП-шце, не помнишь, Федя? Я не знаю, тут ТП-шце на М можно. Короче, карту нажимаешь и на тыкаешь на П. На П нажимаешь на русское, короче. Погнали на Ice Lake, короче, наверху там. Там народу было много. Слышь, Лёх? Чего? Ice Lake. На П нажимаешь русскую или Г английскую? Нет, там никого нету. Значит, давай тогда на... Тогда на... Дисш, если ты не пиздишь. Тоже никого нету, блин. Сейчас он тебе приконнектит. А подожди. На П нажимаешь и смотришь. Мы так всю жизнь делали. Ах, я открою, где кто-нибудь есть вообще. Да, но я на диш какой-то. А ты не пиздишь? Вон, на диш, да, давай на диш. Вообще нет никого. Что-то никого нет. Вон там какой-то хрен еще какой-то, это ты. А, знаешь, где все веселье? Я вспомнил. Фит, ты не помнишь, как эта фигня называется? А, казино, Resort Bridge, Джой, казино, тоже каком вообще? МХЦ. МХЦ, давай, чувак, МХЦ. Вот там вся народ тут есть. Как? МХЦ. Ферштейн? Нет, Ферштейн. Ник Ферштейн? Я спрыгнул с дирижабля. Он туда вниз, на этот, на самом дирижабль. Да, я убился. А, тут, по-моему, не действует или действует. Игра упоролась, что ли? По-моему, убивать нельзя. Эй, игра, ты упоролась? Сейчас, короче, полетаем оттуда. Блядь. Вас приветствует. Чойказина.ком. Какой-то идиот тут самолет заспаунил. А? Шаг. Идиот самолет заспаунил. Да ты за это... Да фак. Сука, заебали, дайте смотри заспаунить, ублюдки. Дайте мне нормальное оружие. Вон. Бабл ган самое. А нет, револьвер. Револьвер. Вернее, в левую. Револьвер в правую. Так, а что еще куда? Оп, во, короче. Силу нашел. Давай, короче, ко мне ТП-шься, полетаем сейчас. Мальчик мой. Все, принимай. Так, как отсюда? Принимать? Да. Блин. В клавишах путать постоянный. Так. Значит, смотри, сейчас полетаем, надо только вспомнить, как я называю. Я как чувак из неудержимых, а я как какой-то продавец, не знаю. Папа с оружием. У меня такие очечки, как у вас. Во, садись. Шик, шик. Не сесть? Значит, подсоединяйся просто. Ну, у него залезь просто крюком. Быстрее, пока не взорвали. А, я сел к тебе. Сел? Взорвалось все. Почему? Знал бы я, сейчас она найдет тут лететь, позову. А ты что, не вышел, что ли? Угу. А что ты? Ничего, я жить не хочу. Ну и зря.
Ну и пидор ты. Так. Куда подкуда можно еще взлететь? Я не помню, здесь не взлететь. Звук говна может скул. А, тоже не взлететь. Айслейк тоже не дадут. А, у Дастлейк, наверное, можно. Давай, короче, сейчас ТПш. Сейчас, наверное, я когда скажу, ТПш, ну все, окей. Полетаем. Так. Давай, ТПшся. Понимаю. Отсюда попробуем влететь. Так. Еще тут есть. Это истребитель. Стой. Истребитель нам не нужен. Разман, погнали сейчас в башню, блядь, сбежим в какую-нибудь. Но. Сейчас, дай истребитель взорву, чтобы он не мешал. Отойди от него. Хипак какой-то. Так, элита. Так, ну я элита, понятно. Солдер, а, солдер это солдат. Сри и Алан. Так, еще какой-то джи. Будет чувак из закрытой зоны. Какой-то из вестернов. Так, вообще не понятно, кто какой-то в кепочке. Да из истернов. Водитель такси какой-то. Во, нормальный пацан. Во, как этот чувак, кажется. Нет, интересно. Как его Watch Dogs. Садись. Эйден Пирс. Я сел. Блять, я не сел. Потому что ты меня вытащил, чувак. Ладно. Один должен быть на этом. Окей. Тут что-то так не продумано, ни хера ничего, поэтому. Ой, нифига новый поиск ВК. Давай, железный человек, садись. Да как кто сесть-то, подожди? На Е. Я понимаю, что на Е он не хочет. Чувствуешь, как он перевоплощается? Сейчас другого заспауним, потому что это сейчас всё в гору уже въедет, нам уже не хватит места тут разъехаться тупо. Сюда я сниму нахуй. Так. Короче, давай. Элита. Садись. Шк, шк. Ну давай, брось свой этот. Серьёзно. Дай. Да ща, меня сейчас придавит. Полетели. Блин, ни одного пьет поза широкого всегда. Я тут как чёрт почти на картах сижу. Пятки. Скажите. Пятки. Честно. Не помню, как взлетать. А, всё, вспомнил. Блин, какая у широкого поза зачет? Я что-то сейчас вспомнил. Он всегда садится на одну ногу. А вторую ногу. Ай! Себя уважать перестал. Я жив. Ладно, походу это не нашли. Хотя знаешь что? Что? Чизбли что? А что если я... Будь, короче, там. Сейчас мы сделаем наше задуманное, я пойду спать. Там еще? Угу. Сейчас, короче. Ну, может, камень-то почти, чтобы ближе быть. Ну, или меня на карте найти, если найдешь. О, ВК на телефон обновляется, прикиньте. Фу, я вовремя так просто скажу. Сейчас пойму. Итак, еще раз спауним этот сраный Боинг. Блять. Хорош. Стрелять. Лёх, хорош стрелять. Убьешь меня, все, тормози. Я потом заебусь снова. А где Боинг? Садись. Карта, можно посмотреть, не помнишь ты? На М. На М. Молодец, Федя помнит. Мне весь телефон лагает. Так, Лёх, ты смотришь, я в гору не влетел, потому что сейчас карту буду смотреть. Да погоди, я бабу. Бля! Пытаюсь базуку вернуть. Что за идиотская игра, я ничего не понимаю, как еще управление происходит. Да вот базука. Ай! Почему я опять лечу? Потому что
Я вообще не знаю, куда поставить сраный маркер на эту сраную игру. Тут вообще маркер не ставится. Все кучка. Не, меня выкинул. Нахер, короче. Походу это не наш. Не наш день сегодня. Я летаю на автобусе. Я такой баттер скотч, знаешь, такого чувака? Федя. Баттер скотч, знаешь такого чувака? Конечно. Не, я просто именно добавлять его или нет? Не, я не знаю, кто это. Ты добавляешь незнакомых или нет? Ну, редко я добавляю. Помнишь, только ты добавил, а потом мне ты писал здорово, у меня работа. Нет, другая ситуация была. Давай, я тут пока всю карту. А, пусть будет, он из Франции. Я полетел в воздух. Блин, как меня тогда это порадовало. На какой-то лоб взломал, потому что он пару не принял на почту. Он что-то мне пишет, да? Я такой сначала думал, окей. Потом пишет, работа в конкурсе по GTA 5. Я говорю, я же знаешь, такой думаю, что за херня. Я ее удал. Серьезно. Слегка просто ебнулся и решил нарисовать.